Каждый день большегрузы, которые передвигаются по дорогам региона, разбивают это самое дорожное полотно. В идеале инструментом слежения за ситуацией должны быть стационарные и передвижные пункты весового контроля. Но с их работой в этом году возникли неожиданные трудности. В числе прочего и поэтому активисты регионального отделения ОНФ предложили региональным властям дополнительные методы комплексной проверки весогабаритного контроля. Здесь перец, понимаете, я вам всем объясняю. Давайте этот вопрос вот здесь можно разрешить. Эту дискуссию на передвижном пункте весового контроля прецедент зафиксировал еще несколько лет назад. У меня лес был бы, арбуз. Сейчас скоропорт, его сейчас туда-сюда катать, он не смотрится. И что, я его потом на свалку? Впрочем, с тех пор на дорогах области мало что изменилось. Водитель этой машины, которая выехала из песчаного карьера, груженная, как говорится, под самое «не хочу», к разговору на заданную тему оказался не готов. Я журналист программы «Прецедент», меня зовут Виктор Бобровников. Мы проводим расследование по поводу перегрузов. Не могли бы вы мне показать накладную свою? Че это? Не будете, да? У вас перегруз есть? Вы с какого карьера едете? С того. Понятно. Этот большегруз выехал с карьера Катковский, работа которого заинтересовала активистов и экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта. За полчаса 13 автомобилей, которые двигались с карьера, они были загружены по борта. То есть они шли с максимальной загрузкой, что может свидетельствовать о том, что эта машина идет с перегрузом по общей массе. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области были отремонтированы уже многие магистрали. А вот результат недавнего мониторинга объектов, которые были введены в эксплуатацию в 2017 году. На Немировиче как раз и зафиксированы максимальные величины колеи. Она в одном месте составила 30 миллиметров. Это, конечно, запредельные значения, потому что нормами для года эксплуатации установлено значение на максимальной интенсивности движения не более 9 миллиметров. Развитие колейности далеко за расчетными параметрами. Это свидетельство группы к нарушению эксплуатации. Дорожное полотно разбивают большегрузы. У этой медали есть еще одна сторона. Неравные конкурентные условия для тех, кто играет по правилам и без них. А так конечная цена доставки, она на 30% может быть дешевле. Те предприятия и карьеры, которые соблюдают нормы погрузки транспортных средств, они оказались в проигрышной ситуации. В целом это снижение рентабельности или даже убыточности отдельных предприятий. Кстати, еще в мае 2015-го между грузоотправителями, грузоперевозчиками, региональным правительством, муниципалитетами Новосибирской области и ГИБДД было подписано джентльменское соглашение о взаимных обязательствах по соблюдению норм по загрузке и перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 3 года назад преследовалась благая цель – сохранность автомобильных дорог. Но дальше красивой декларации дело не пошло. Катастрофическая ситуация сложилась в конце 2017 года, когда весовой контроль фактически ушел с дорог Новосибирской области. И самым вопиющим фактом это было, что вот в период весеннего закрытия дорог, когда разрушающее воздействие на дороги транспорта самое максимальное, весового контроля вообще не было. Системные проблемы весогабаритного контроля обсудили на площадке регионального отделения ОНФ еще в сентябре. Основные проблемы, безусловно, это практически отсутствующий государственный и муниципальный контроль за весогабаритными параметрами. Здесь несколько факторов, в том числе это изменение нормативно-правовых актов, технических требований к оборудованию, оснащению, которое используется для оценки весовых параметров. По факту сейчас в Новосибирской области обустроено всего 5 автоматизированных комплексов весогабаритного контроля. Но после вступления в силу ведомственного приказа Минтранса с их работой возникли проблемы. Приказ 119 вышел, с 21 мая вступил в силу действия, которые требуют технологического изменения. Сейчас ведутся все необходимые подготовительные работы. В следующем году уже все автоматические комплексы, думаю, будут работать. Даже если сегодня автоматический комплекс, который не соответствует требованиям приказа и зафиксирует перевес, нарушителя по формальному признаку нельзя будет оштрафовать. Между тем, финансовые санкции, установленные Кодексом об административных правонарушениях, могли бы больно ударить по кошельку. Но вернемся опять в карьер Катковский. Мы сейчас по этим машинам посмотрим данные
как они выпускались, которые шли предположительно с перегрузом. Мы сейчас попросим карьер, покажет документацию, какая масса по ним выходила. Мы эту документацию смотрим, а потом какую-то аналогичную машину вы загрузите и точно так же через весовую пропустите, для того, чтобы была возможность как-то сопоставить. Ага, вот он приехал, сейчас он пошел. Ага. Че? Приехал, получается, 4,8, чуть больше. А общая? Общая 2,4,300. Не проходит одного, да? Ну, 7,3. Все, пускай возвращается, отсыпает. Сейчас перевес был 1,5 тонны, вы сказали, да? 1,5 тонны, и из-за этого перевеса автомобиль мы развернули на весовой, и он был загружен заново. Но директор ООО «Старец» Константин Хорошенко, кажется, не готов каяться. Я вам показал две машины, которые были действительно с нарушением. 800 килограмм. Вот эти 800 килограмм, на самом деле, перевеса, ну, готов признать как вину своего сотрудника. Мы на эту тему там отдельно разберемся и работу проведем. Свои предложения по мерам оперативного реагирования и пошагового движения вперед региональное отделение ОНФ адресовало в областное правительство. Ответа еще пока нет, но я думаю, что ответ в любом случае будет, поскольку та ситуация, которую мы сейчас фиксируем, если она останется без изменений, это будет как носить воду в решете. То есть мы будем ремонтировать дороги, проводить БКД, а спустя год-два мы придем от того, откуда ушли. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.